Супрацоўнікі гомельскага палацава-паркавага ансамбля заўсёды імкнуцца здзіўляць сваіх наведвальнікаў цікавымі і неардынарнымі выставачнымі праектамі. Сёлетняя праграма міжнароднай акцыі «Ноч у музеі» таксама не стала выключэннем. На гэты раз гасцям фантастычнай ночы прапанавалі акунуцца ў атмасферу таямнічасці і загадкавасці, легенд, міфаў, магіі і фэнтэзі. Мы с детства читали легенды и мифы. Многие дети сейчас с детства смотрят фантастические фильмы, увлекаются фантастическими романами. И вот мы попытались это воссоздать, начиная с постоянной экспозиции, где вот мифологические персонажи прямо, так сказать, на часах. Вот тут Венера, вот тут Галатея. И продолжая теми предметами, которые есть в наших фондах. У одной из музейных залов у вазе наведвальников были представлены герои народных белорусских казок – волкалаки, домовики, русалки и иншие сакральные персонажи. Каб застерахши себе от их, усе жадаючи разом с супрацовниками музея могли самостойно зарабить обярых для дома и семьи – Божие Вока. А на специальных информационных табличках прочитать парады у приватности, як выратоваться от лешага и застаться живым после сустречи с русалкой, або як посябровать домовым. Гэта народная мудрость, назапашенная стагодзями. Даже вот экспозиции мы видим, что у нас на столе лежит кусочек хлеба и немножечко сахара, потому что домовики любят сладкое. И некоторые из наших жительниц деревень, они говорят, что даже ставят варенье на ночь, для того, чтобы их домовичок немножечко мог подкрепиться. Так само все жадающие смогли наведать специальный покой помеж мирами, где отбывались контакты с духами, которые сопровождались индивидуальными предсказаниями. Императрица. На самом деле, это очень хорошая карта, которая говорит о том, что вы властелин своей судьбы, и вы знаете, чего хотите. Фантастычная ночь у палацу Румянцевых и Паскевичаў была насычена не только цікавыми тематичными экспозициями. Тут проводились рухомые гульни, конкурсы и квесты. Были организованы фотозоны. Тематичный диапазон мероприемства включил в себе мифы старожитной Греции, средневечные легенды, а так само сучасные фантастичные саги, такие как «Гарри Поттер» и «Гульня престолов». Для тех, кто считает, что фэнтези – это детские сказочки, добро пожаловать в «Игру престолов» – одно из самых брутальных средневековых фэнтези современности и один из самых высокобюджетных сериалов. Здесь вы можете полюбоваться на настоящих рыцарей в латах, подержать в руке меч и щит, почувствовать себя защитником Вестероса и, конечно же, примерить на себя железный трон этого замечательного королевства, из-за которого, собственно, разгорелась вся эта история, которая в настоящее время уместилась аж 6 сезонов сериала. Фантастичная ночь отзначилась оригинальной концертной программой. Тут гучали шотландские мелодии и барабанные ритмы. Было организовано светловое шоу и баль кветок. Фантастичная ночь у палац Румянцевых и Паскевичаў атрымалася сапраўды масштабнай і запамінальнай. Тут кожны наведвальнік змог стаць багацей у ведах і ўражаннях. Вераніка Варашыліна, Максім Славін, Тэлерадыёкампанія Гомель.